архивная, музейная, библиотечная работа. Вот для такой работы 20 лет тому назад, ровно 20 лет, в Москве был создан специальный центр. Он получил название «Библиотека фонда русского зарубежья», а чуть позже изначальное свое, которое было в замысле, название «Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына». Потому что великий русский писатель стоял у истоков этого дома, а рядом с ним, и даже чуть-чуть прежде, если открывать тайны, стоял Виктор Александрович Москвин, который возглавил это дело практически и несет это, поверьте мне, нелегкую ношу уже 20 лет. Вот сейчас я хотел бы предоставить слово своему директору, своему начальнику и моему старшему товарищу Виктору Александровичу Москвину. Пожалуйста. Ваше преподобие, уважаемый Иванович, Сергей Валерьевич, Иванович, Александр Николаевич, дамы и господа, я хотел бы начать со слов благодарности севастопольцам, губернатору Сергею Ивановичу Миняеву, который издал указ о проведении нашей конференции, и, конечно, хотел сказать огромное, самое сердечное спасибо инициаторам этой конференции. Идея принадлежит и моторами всей подготовки конференции являлись Вадим Николаевич Прокопенков, председатель общественной организации, и Александр Андреевич Зубарев, директор медицинского музея. Вот когда они к нам обратились, они наши старые давние друзья, с предложением принять участие в подготовке конференции, то, как вы сами понимаете, ответ последовал незамедлительно. И мы с меру своих сил старались содействовать организации конференции. Знаете, вот здесь на экране две цифры. 20-й. 1920 год, 2020 год, сейчас 15-й. Но это напоминание о том, что грядет столетие исхода, прежде грядет столетие 17-го года. Я думаю, что хорошо было бы и сейчас уже начать ту продуманную подготовку к этой дате. Это не только мы об этом думали в доме русского зарубежья, не только думали наши друзья, но и в зарубежье. Вот недавно я получил письмо из Парижа от группы «Русский мост», которую создали Петр Михайлович и Тамара Петровна Шаховские, они тоже об этом пишут. Почему? Потому что ведь для нас чем это важна трагическая дата? Она важна прежде всего, чтобы в том, чтобы сделано было стережение страны на будущее, дабы на русской земле никогда не повторились подобные события. И для этого нужна продуманная, четкая работа. Нужно собрать все инициативы из России, из зарубежья, все это проанализировать, свести вместе и выработать единую хорошую программу. Поэтому я предлагаю начать работу по формированию организационного комитета по проведению всех столетних годовщин. Может быть, обратиться с письмом к руководству нашей страны с предложением поддержать эту инициативу с тем, чтобы работа шла не только по линии общественной, но и по линии государственной, считаю, что это чрезвычайно важно. Мы со своей стороны работу такую ведем. И в частности, сейчас в Москве такое слово казенное, объявлен тендер. Власти Москвы объявили тендер на генподрядчика и заказчика
по строительству музея русского зарубежья. Это часть нашего дома. Итоги тендера будут подведены 16 сентября. И уже в сентябре начнутся работы по созданию музея русского зарубежья. Это как часть нашего дома, дома русского зарубежья. Я надеюсь, что через 2 года мы будем вместе с вами открывать музей. Надеюсь, что 4 ноября мы проведем закладку здания музея в Москве. Здесь много раз говорилось о топонимике, я считаю, что это чрезвычайно важно. Вот и в Москве лед тронулся. Власти приняли решение переименовать метро Войковское в Оптима по названию той деревни, которая была в этом районе. И обратились к руководству метрополитена с предложением поддержать. Это недавно печатников об этом говорил вице-мэр. Я думаю, что метрополитен это поддержит, и скоро исчезнет это позорное имя из названий станции московского метро. Я думаю, что к столетнему юбилею не должно остаться у нас и улиц, и площади Белокуна, и землячки тех людей, которые погибли в кровавом, бессудном терроре, который был развязан здесь ими. Александр Иванович Чалый вспоминал о своей встрече с Анастасией Александровной Ширинской и говорим о том, что в Безерке есть площадь Ширинской. А почему бы в ее родном Севастополе не быть улицей или площади Анастасии Александровны Маншей Ширинской? Ведь она это заслуживает. Я думаю, что будет много высказано инициатив во время работы нашей конференции. И потом, и действительно, вот давайте все это сведем воедино и проведем такую большую, хорошую, важную для нашей страны работу. Я хочу пожелать всем участникам конференции доброй и успешной работы. Спасибо.